Меня зовут Сергей Ризик, я заслуженный мастер спорта России. Являюсь членом сборной команды России по фристайлу дисциплинский кросс. Я бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года. Также являюсь двукратным призером и победителем этапа Кубка мира по фристайлу дисциплинский кросс. Сегодня я хочу рассказать вам о комплексе упражнений, направленных на проработку ягодичных квадрицепсов, бицепсов и приводящих мышц бедра. Данный комплекс состоит из трех упражнений. Первое упражнение – это выпады. Второе упражнение – это присед-плие. И третье упражнение – это присед со сведением колен вовнутрь. Первое упражнение выполняется в три этапа. Первый этап – это короткие выпады. Колено, пятки. Самое главное – следите за тем, чтобы колено не заходилось за пятку ни в коем случае. Второй этап – это средние выпады. Также следим, чтобы колено не заходило за пятку. И третий этап – это глубокие выпады с полной амплитудой. Второе упражнение – это присед-плие. Для этого упражнения мы ставим ноги чуть шире, шикарный плеч. Разводим носки в стороны. И выполняем таких 20 приседаний. Самое главное – следите за углом сгиба колен, чтобы он не превышал 90 градусов. И третье упражнение – это присед со сведением колен вовнутрь. Для данного упражнения мы также ставим ноги чуть шире ширины плеч. Тут, в принципе, по удобству. И в момент приседа мы сводим коленки вовнутрь. Все упражнения выполняются по 20 повторений. Дорогие друзья, хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома и проводите время дома с пользой.